Утренний эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаю вместе с программой «Утренний фреш». В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другой полезной информацией. По-настоящему летняя погода возвращается. Сегодня днем на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Ветер юго-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. Начнем выпуск с новостей из мира культуры. В Гомельском молодежном театре к показу готовится спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Этой премьерой театр завершит очередной сезон. Может ли один человек изменить мир внутри и вокруг одной семьи, если сама семья этого не хочет? Что может быть мучительнее вопросов о смысле собственной жизни? Ответ на эти и другие вопросы в новом спектакле. Его герои много думают и говорят, а еще много спорят, но в споре не рождается истина. Потому что это спор-борьба старой жизни с новой. И в этом споре никто не слышит друг друга, но обязательно находятся виноватые. Премьерные показы пройдут 6 и 7 августа. Не пропустите! Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет на Гомельщине 15 августа. Гостей агрогородка Лясковичи ждет обновленная и насыщенная программа. Ее частью впервые станут концертно-игровая программа «Фолькфест», фестиваль резчиков по дереву, выставка-ярмарка ремесленников и мастеров «Рамесная слобода» и многое другое. Если позволит погода, фестивальное действо разбавит показательное выступление парашютистов. Своих гостей будут ждать объекты Национального парка Припятский. Особенностью фестиваля в этом году станет Мозырский экономический форум и республиканская универсальная ярмарка «Полесская скарбница». Представители сферы обсудят развитие регионального туризма в стране. Продолжение темы. В Лясковичах к открытию готовится музей под открытым небом. Впервые он примет гостей 15 августа во время фестиваля «Зов Полесья». Экспозиция предметов жизни и быта населения Полесского региона включает несколько локаций. Это тематические площадки, связанные с деятельностью местных жителей, ветряная мельница, обзорная башня и не только. Посетить историко-этнографический комплекс можно будет в любое время года. Белорусский Красный Крест дал старт ежегодной благотворительной акции «Соберем детей в школу». Оказать свою помощь в рамках кампании может каждый. Для этого понадобится обратиться в областную, районную или городскую организацию Белорусского Красного Креста или к волонтерам в торговых центрах. Школьные наборы сформируют для детей из семей с низким уровнем дохода. Продлится акция до 14 сентября. Далее немного о братьях наших меньших. Ученые выяснили причину, по которой домашние кошки кажутся такими независимыми. В ходе исследования были выявлены определенные различия между дикими и домашними котами. Среди них наличие у последних гена, который позволяет одомашненным животным сохранять инстинкт охотника. И даже те коты, которые живут с человеком, одомашнены только наполовину и при необходимости могут выживать без хозяина. Этим ученые и объясняют стремление кошек к независимости. Согласно прогнозам, в ближайшие дни за окном будет сохраняться жаркая погода. И этот несложный рецепт поможет немного охладиться тем, кто не поленится приготовить по нему домашнее мороженое. Сделать кремовый десерт можно из пары сладких и мягких бананов. Снимите кожуру и нарежьте небольшими кусочками. Положите их в контейнер, накройте крышкой и поставьте в морозильную камеру минимум на 2 часа. Затем замороженные дольки понадобится измельчить в чашу кухонного комбайна или блендера. Смесь должна стать похожа на пластичный крем или мягкое мороженое. Переложите массу в формочку, верните в морозильную камеру и подождите, пока лакомство не затвердеет. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Светлана Белова расскажет о том, нужно ли делить имущество, приобретенное до вступления в брак. Не переключайтесь.
Очень хороший вопрос, и в практике нотариусов он возникает довольно часто. Ну, наверное, стоит сказать, какое имущество является личным, то есть имуществом одного из супругов. Это то имущество, которое приобреталось до брака, либо получено в дар, либо получено по наследству, и при этом независимо от того, в браке это произошло, либо до заключения брака. Соответственно, это имущество является имуществом каждого из супругов. Есть возможность по законодательству признать это имущество общей совместной собственностью супруга в том случае, если в него будут произведены совместные вложения, которые значительно увеличат его стоимость. То есть это какая-то реконструкция, перепланировка. Законодательство не содержит понятия, что такое значительное вложение, то есть каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Соответственно, если иное не предусмотрено брачным договором. Поэтому в брачном договоре можно предусмотреть, что такое имущество, даже если в него в период брака вкладывали совместно супруги, причем независимо там из каких источников, из совместных, либо из имущества каждого из супругов, оно не будет являться общей совместной собственностью, то есть у супругов не будет равных прав на это имущество, а это имущество так и останется собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено, соответственно, и зарегистрировано. Ну, тоже, наверное, стоит сказать, что же такое брачный договор. Это соглашение, которое могут заключить между собой лица, которые вступают в брак. То есть есть такая возможность, потому что зачастую уже лица, вступающие в брак, имеют какое-то свое имущество и имеют необходимость решения вопросов об установлении, скажем так, собственности в отношении этого имущества. Соответственно, брачный договор очень хорошо и работает, и помогает в этом вопросе. Также брачный договор имеет право заключить супруги. Но тут стоит обратить внимание, что заключить его можно только до момента расторжения брака. То есть, когда брак расторгнут, уже заключить брачный договор, к сожалению, будет нельзя. Но можно будет заключить другой договор, договор о разделе имущества, приобретенного в период брака. Скажем так, и тут нотариус может помочь в решении этих вопросов в бесспорном порядке. Брачный договор предоставляет очень широкие возможности решения вопросов имущественных, неимущественных, вопросы в отношении детей, то есть это очень хороший гражданско-правовой договор, который помогает и действительно работает. Причем работает не только в случае расторжения брака, да, но и на укрепление семьи. Он тоже очень хорошо работает и помогает людям, которые разрешили все вопросы касательно имущества, свою семью сохранить. То есть там можно определить, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Можно определить разные доли в имуществе. Можно определить порядок несения семейных расходов. Абсолютно различные вопросы, которые не противоречат законодательству. Его заключать разумно, его заключать целесообразно. Опять-таки, в него можно вносить изменения, пока супруги в браке. Ну и, соответственно, если брачный договор имеет в себе условия отношения в отношении недвижимого имущества, он подлежит обязательной государственной регистрации. Как провести летнее время с пользой? Своими идеями на этот счет поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов, рассказали о проверенных вариантах и, что важно, практически незатратных финансово видах досуга. Меня зовут Денис Долганов, мне 26 лет, в теннис я пришел в 2012 году. Видимо, меня вдохновила победа Виктории Азаренки на открытом чемпионате Австралии. Но я считаю, что любая физическая активность полезна для человека. А теннис как отличное хобби, как отличный досуг, который можно провести, побегать, расслабиться. Считаю, что каждый человек может попробовать поиграть в теннис, но следить за своим здоровьем нужно обязательно. Людям с сердечными заболеваниями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата лучше не стоит пробовать. В Гомеле отличные корты во дворце тенниса Олимпийского резерва. Он находится около Ледового дворца. Также в Белице есть хорошие корты, и скоро откроется чисто теннис на проспекте Октября. Там весь реквизит дают, то есть можно приходить спокойно играть. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Павел Михно. Пусть сегодня вас окружают только позитивные люди, улыбки которых сделают ваш день ярче.